зимой. Может, еще дачу купят на дачу. Надо, если покупать пушку, то дизель. Сука! К оценке юридических и фактических обстоятельств дела. В связи с этим ведомство направило ходатайство о пересмотре принятого постановления. Накануне коллегия из 5 судей изучила обращение об обжаловании. Сегодня она огласит свое решение, отправляет ли дело на рассмотрение. Тихо, стой на месте! Твою мать! Дорога скользкая, блядь.
отличного дня и хорошего настроения. Текущее время 16 часов. Не дебил или чё, блин? Yes.
так, что ли, блядь? Страшный врач будет ассистировать. Ой. Ё-моё! Блядь!